Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Эфир 24». Меня зовут Денис Валеев, и это «Казанская афиша» — программа о наиболее ярких и интересных событиях, которые произойдут в нашем городе. Не надо думать, что Казань полностью захвачена заморскими звездами первой величины, вроде Элтона Джона, Скутера, группы Offspring и группы Scorpions. Эта осень богатые концертами исполнителей, поющих на русском, и снискавших не меньшую народную любовь. Баста, некоронованный король русского рэпа, возвращается в Казань. Он окрылен сумасшедшим успехом сольных концертов в Москве и уже готов к встрече с Казанью уже в новом статусе. Sorry, мама, я не святой мама, не папа римский, уж точно не тебя скиллама. 6 лет упрямо гонял за роялями гаммы, скажу прямо, это помогло и Басте, и Нагану. Он очень гордится своим классическим музыкальным образованием. Мало кто знает, что на гастролях он всегда путешествует со своим личным пюпитром. Подставка для нот. Он учился в музыкальном училище по классу фортепиано. Также учился дирижировать. Но это не помешало ему стать рэп-иконой страны. Наоборот, это помогло ему стать суровым голосом улиц большого города, каменных джунглей. Его музыка вдохновляет миллионы молодых, отвечает на их главные вопросы, а значит и делает их сильнее, помогает им жить. Последний романтик. Настоящая девушка серебряного века. Диана Арбенина скоро предложит на суд казанцев свое новое творение. В Театре оперы и балета пройдет ее и концерт, и спектакль. Без тыла, без посредников. Только Диана, гитара, большой запас струн и ее песни. Эти серые, зеленые, хорошие. Я знаю то, что навсегда тебя не брошу я. Пространство, где все прозрачно. Все на обнаженном нерве, все от чувств. У вас на глазах родится чудо, вы обязательно узнаете что-то новое в, казалось бы, давно знакомых песнях. И почувствуете неожиданно знакомое и родное в том, что услышите впервые. Вы сможете услышать разные, от самых ранних, почти детских, до зрелых и выдержанных песен. На такие встречи Диана решается нечасто. И тем они ценнее и для ее поклонников, и для нее самой. В этих встречах главное общение через песни. В этих встречах главное смотреть друг другу в глаза. Нино Катамадзе подарила нам Грузия. Маленькая Грузия – страна с большим сердцем. Страна, живущая песнями. Грузинские народные песни – это самобытный пласт музыки, занимающий особое место в мировой культуре. Нино взяла в свои песни все лучшее от родины. Национальный колорит, непередаваемое звучание, родной язык и приумножила все это своим выразительным талантом, проживая каждую ноту звука с музыкантами группы Inside, в которую входят Гоча Качаишвили гитара, Уча Гугунава бас-гитара и Давид Абуладзе ударные. Публику ждет удивительный концерт. Будет представлен микс новых произведений, а также интерпретации всеми любимых песен. В зале Государственного большого концертного зала имени Сайдашева прозвучит сложная, умная, нездешняя музыка. Это развернутое философское повествование о жизни. Песни группы заставляют размышлять о вечности жизни человека, сопереживать, думать, сострадать и надеяться. Это умная музыка для ценителей серьезного искусства. Вот уже 15 лет слух россиян услаждает голос певицы по имени Света. В честь этого юбилея она скоро выступит в одном из казанских клубов. Можно быть не фанатом песен Светы, но невозможно их не знать. Постой, не спеши, и не провожай так рано, и еще не болит, и не кровоточит рано. Если вы живете в России, неизбежно вы их слышали. Либо на радио, либо из окон домов, магазинов, кафе или проезжающих машин. Она написала и исполнила как минимум дюжину полновесных хитов, ставших поистине народными. В 1999 году вышел ее первый альбом «Любовь». Это была совместная работа с известной электронной группой ППК. 15 лет спустя нам уже понятно, она может петь вообще все, что угодно. Публика все так же будет очарована женственным, почти небесным тембром ее голоса. Настоящий роковой мужчина на российской эстраде. Герой-любовник Валерий Меладзе скоро выступит в Казани с программой «20 песен о любви». Небеса, мои обетованные, нелегко пред вами стоять, так услышьте меня. В программу концерта войдут самые известные и совсем еще новые песни Валерия.
каждый из которых является отдельным любовным романом. Это история о разной любви, счастливой и несбыточной. Конечно, невозможно представить Валерия Меладзе без его гениального брата Константина. Константин Меладзе – автор всех песен, которые так берут за душу, так точно передают чувство влюбленного человека. Константин остается единственным автором песен, которые поет Валерий. Гордость Татарстана. Звезда конкурса Евровидения Дина Гарипова скоро выступит и в Казани. Прощай, любить не обязуйся. Дина и ее музыканты впервые представят казанской публике большую сольную полуторачасовую программу, состоящую из популярнейших мировых хитов на разных языках мира – русском, английском, татарском, французском и итальянском. На протяжении всего концерта вас ожидает исключительно живой профессиональный звук и море положительных эмоций в компании, пожалуй, самой многообещающей молодой артистки России. Голос Дины обладает теплотой и исключительной положительной энергетикой. Она способна красиво и самобытно исполнить и старинный романс, и арию из известного мюзикла, джазовые импровизации, танцевальную композицию или лирическую балладу. Концерт Дины Гариповой – это уникальная возможность услышать голос, который заставил замирать сердца миллионов людей по всему миру. Филипп Киркоров. Никто даже не пытается спорить о том, что он король российской эстрады. Скандальный, противоречивый, в то же время ранимый и горячо любимый поклонницами разных возрастов. Я на днях зашел в YouTube, как же раньше был я глуп. Наконец-то все я про себя узнал. Чего уж говорить, даже самые суровые мужчины России сегодня признают, что у Филиппа отменное шоу. В нашей стране никто больше не покажет вам роскошных двухметровых танцовщиц, украшенных стразами, павлиньями и страусиными перьями, а также боа. Ну и, конечно же, Казань любит Филиппа за его голос. Леонид Агутин и Анжелика Варум. Они очень давно вместе. Несмотря на все тяжелые испытания и соблазны своей творческой профессии, Леонид и Анжелика сумели сохранить свой брак. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках. Как они это смогли? Скоро Казань узнает. Скоро мы увидим их концерт, и слушая любимые песни, каждый сможет лично убедиться, жива ли до сих пор их любовь. Правда, говорят, что любовь живет 3 года. Агутин и Варум вместе уже 16 лет. Наверное, то, что их объединяет, уже больше, чем просто любовь. Больше, чем просто работа. Ведь каждый из них – самодостаточный артист, имеющий свою аудиторию. А значит, это будет больше, чем просто концерт. Вы можете думать что угодно о современной русской народной музыке, но для большинства людей во всем мире именно Надежда Кадышева олицетворяет нашу страну. Мои зеленые глаза, ой, называешь ты меня колдуньей, да. Говоришь ты это мне не зря, ой, сердце у тебя я забрала. Невозможно остаться равнодушным к ее сценическим костюмам, хореографии ее группы. Сегодня только она несет в массы традиционную русскую песню. У нее всегда будет свой слушатель, потому что энергия этой певицы никого не оставляет равнодушным. Слушать Кадышеву сегодня особенно полезно тем, кто хочет вспомнить, с чего, собственно, русская народная музыка начиналась. И сравнить это с современной российской эстрадой. И сравнение далеко не всегда в пользу сверхновых звезд. Это была афиша самых интересных и значимых событий Казани, которые нельзя пропустить. Смотрите нас каждый день на канале Эфир 24. Всего доброго. До встречи.